Самой основной проблемой при защите сада у нас является болезни парша. Хозяйство все делает для того, чтобы получать хороший урожай. У нас уже отработана система защиты, и мы как бы ей довольны. Но всегда идут опыты, и мы стараемся вносить что-то новое в защиту. Нужны качественные препараты с запасом прочности, надежности и, главное, продолжительного действия. Всеми такими характеристиками обладает препарат Miravis. Это совершенно новый продукт, это не просто новое действующее вещество, это целая технология. Препарат закрепляется в восковом слое листа, плода, яблони и равномерно там распределяется. Этот резервуар служит надежной защитой при проникновении гриба, он не дает ему дальше развиваться. Этот препарат обладает, кроме того, еще дождестойкостью очень высокой, устойчивостью к УФ-излучению. Это очень, я думаю, хороший перспективный препарат. Мы его хотим включить в нашу защиту. Препарат Miravis имеет небольшую норму расхода и очень продолжительный период действия. В отличие от других препаратов, которые применяли мы на своем участке, он показал себя с лучшей стороны. Это, думаю, будущее садоводства за этим препаратом. В следующем году надеемся приобрести его и им работать. Будем ждать его.